Хари Кришна, дорогие преданные, главным событием сегодняшнего дня в Дели было Вьясапуджа, его святейство Джабдаки с вами. Гуру Махарадж всегда очень пышно празднует эту Вьясапуджу. Приходят практически все старшие ученики Гуру Махараджа. Было, наверное, около 1000 преданных. Все старшие ученики Гуру Махараджа зачитывали свои поздравления. У некоторых поздравления были на 30-40 минут. Главный санкиртанщик Мадхусундар, он целую поэму написал в стихах, как по отношению к Джапатаки Махараджу. Ну и какие-то старшие ученики Джапатаки Махараджа, которые здесь в Дели находятся, тоже прочитали свои подношения. И Гуру Махарадж тоже прославлял его святейшество Джапатаку с вами. Они знакомы с 68 года в Монреале, в Канаде. В одно время они фактически присоединились, и поэтому очень близко дружат уже много лет. Очень, конечно, грандиозная Вьясапуджа. Вот на фотографии вы можете видеть, не знаю, сколько там, 250-300 блюд было приготовлено как подношение Джапатаки Махараджу. Огромная гирлянда, я такого размера гирлянд еще ни разу не видел, чтобы предлагали. Ну и так все, очень такая теплая семейная атмосфера чувствовалась. Очень Гуру Махарадж любит Шрилу Джапатаку с вами, и, соответственно, все ученики Гуру Махараджа тоже относятся к нему с огромной любовью.